У меня выросли вот эти цветочки. У меня эти цветочки выросли хаотично. Я их тут много садила, и получается, они неправильно выросли. Я сейчас хочу их пересадить в одну линию, чтобы они вот так красиво росли. Вот этот цветок растет более-менее, а вот этот цветок нужно пересадить. Пересаживаем. Вот так вот я посадила. Вот первый цветочек будет приблизительно по центру. Вот второй цветочек тоже. Ну и третий сейчас тоже там поубираю и окучу. И будет так в рядочек красивых три цветочка. Что делаешь?
подпушиваю, подпушиваю. Убираем травку. Вот смотри, получается, дождь заливал, а земля уже сухая. Только один день солнышко вышло, и все. Уже земля завтра еще нет, а вот послезавтра уже надо будет поливать его. Вот так. Казалось бы, да, заливали дожди. Надо уже и сегодня его поливать. Нет, земля еще там сырая. А этот огурец, посмотри там, два ведра еще более-менее. А вот у крайнее вообще болото. Пойдем глянем на огурцы, что тут с огурцами. Так, вот тут вот более-менее, да, много очень земли как-то, чьей-то воды. Этот хорошенький, а тут прям очень сильно. Ну, надо его, значит, в этот, на солнце ставить, чтобы оно просушилось. Я знаю, что там земля села сильно. Немножко огурчики поднимутся, их можно будет земельки большенько дать. Только у меня земли нету. Ну, там есть, осталась земля, можно ту землю чуть-чуть поковырять. Там, я не знаю, там... Ну, смотри, ты руколу густо посадила, видишь, она теперь дохнет у меня. А, и уже все, уже в салат не годно. Она горит, она, вон, видишь, все ей плохо. Ее так нельзя было садить, ладно. Надо уже ее срывать, она друг друга душит уже. Хорошо пошел, зеленый и сиреневый. Ну, базилик пошел. Так, мы тут спушили все. Осталось только вот один рядочек. И там с той стороны тоже морковка и бурячок остался. А так у нас все уже подспушено, все хорошо. Вот, огородик улыбается, стоит. Все хорошо. Пойдемте покажу, что я уже сделала полностью. Полностью уже доделала эту грядку. Вот она. Почистила клубничку, поставила вот такие вот подпорочки. Вот, чтобы клубничка на полу не валялась и не гнила. Подпушила почву полностью. Вот наши гиацинты. Раз, два и три. Вот они уже засыпают, уже сохнут листья. Виноградик здесь сделала. Полностью спушила всю землю. Так, цветочки тут посадила. Видите, вот этот у меня, он наклонил голову. Но я думаю, он взойдет. Вы видите, он немножко стресс получил. Червяк сдох. Уползи его внутрь. Блин, он уже дохлый. Ну ладно. Так, я думаю, этот цветочек взойдет. Вот такая красота. И чистота.